Здравия желаю. Значит, сегодня уже у нас не ленивец, как вот до этого показывал ленивец, а видите, крутится постоянно, без перерыва. То есть схему переделал. То есть отключается, когда этот, значит, реле стоит на 0,3 секунды десятых. Когда этот работает, этот отключен. Когда этот отключен, этот работает, переключение идет. И как видите, вот уже 2 часа, так и стоит 3,9. Вот с этой батарейки, значит, работает. То есть до этого было, что он останавливался. Значит, я сделал, что второй запитал попеременно. Получается, что этот остановился, значит, сама индукция у него отдается в мотор назад. Потом наоборот. И получается, что расхода нет, так как тут самоиндукция и тут самоиндукция. То есть вращение одновременно получается. Вот такая схема. Кому интересно, можно зарисовать. Сейчас зарисуем. Кому интересно, посмотрят. Так. Значит, а нет. Значит так. Моторчик. Один. Он же генератор. Соединен со вторым. Таким же по мощности. Два одинаковых. Дальше. Реле. Вот такое реле. Так. Здесь вот 0 идет, значит, сюда. Здесь вот батарейка. Вот она батарейка. 3,9 вольта. Так. Здесь вот разрыв. Вот этот разрыв не нарисовал. Здесь вот разрыв. И вот так вот. А второй конец сюда. Реле. Тут нормально открытое, тут нормально закрытое. И вот оно включилось, этот закрутился, потом раз, этот выключился, пошел обратный ток у него, пошел обратный ток, даже немного не так, сейчас, вот здесь вот ошибка, то есть вот с батарейки провод. На разрыв идет по центру, а я нарисовал, он с этого вот сюда, а этот уже с мотора сюда, здесь замкнуло, пошел сюда, здесь отключилось, обратный ток пошел на мотор, он крутится в какой-то еще часть по инерции, то есть энергию почти не потребляет, подкрутился, а потом этот. А этот в это время его уже крутит. То есть он энергию и отдает, а это, этому уже крутить нечего. Потом этот отдает. То есть вот такая схемка. Ну вот 2 часа уже, видите, 0. И крутится беспрерывно. То есть вечный двигатель налицо. Для того, чтобы усилить, надо побольше моторы. Побольше. Побольше батарейку. Это понятно. Ну вот такие новости. Спасибо за внимание. Всем желаю здоровья, удачи и успехов в труде и обороне. Враг будет разбит, и победа будет за нами. Как говорится, мы победим.